Всем привет, и сегодня с вами Артём. Сегодня я вам расскажу, как сделать скриншот на экране у Nokia Lumia 520. Про это как бы не все знают, но, в общем, я решил вам рассказать. В общем, берем мы какую-нибудь, допустим, фотографию, допустим, там, в самом рабочем столе, допустим, вот, да? И что же мы делаем? В общем, мы нажимаем вот эту кнопочку блокировки экрана, прямо на пару секунд, и зажимаем кнопку выхода на рабочий стол. Так вот, раз, раз, два, и нажимаем. Весь экран сфотографировался. Чтобы найти эту картинку, нам надо зайти в фотографии и в альбомы. Так, в общем, будет альбом снимки экрана. Заходим сюда. Вот у нас вот тут есть, вот наша фотография есть. Вот она. Фотография, вот она. Еще очень много каких фотографий. Вот. Я пробовал, чтобы вам показать. Вот. Все довольно-таки просто, понятно. Вот. Все просто и хорошо видно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Смотрите мои предыдущие и следующие видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.